Здравствуйте, Николай Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Петрович. Здравствуй. Это кровь? Портвейн. Портвейн розовый. Убери собаку. Капитан Мансуров, инспектор следственного отдела районного отделения. Что здесь произошло? Значит, ночью через незапертое окно преступники проникли в помещение райкома. Предположительно, распили 3 бутылки портвейна. 2 из них лежат под столом, 1 разбита о подоконник. Пили из кубков городской спартакиады. 1 кубок исчез. Возможно, украден. Кроме того, исчезло знамя. Вот так, да? Как исчезло? Куда исчезло? Это же знамя. Я вас спрашиваю! Это провокация. Кто вчера оставался последним? Я. Но окно открыл Олег. Вы его попросили открыть. Кроме того, подростки разбили несколько хрустальных ваз, как утверждают ваши сотрудники, чешского производства. Почему вы думаете, что это подростки? Взрослые преступники, как правило, не совершают таких бессмысленных действий и не оставляют столько следов. Я попросил бы вас, пока ваши предположения не стали фактами, держать их при себе. Не думайте, что это несчастье одного райкома комсомола. Или мое личное. Это беда всего района. Советских и партийных органов всего краснопролетарского района. И это налагает на вас особую ответственность. Николай Петрович, извините, вас вызывает Ковалевский. Собирай бюро. И уберите все здесь. Бюст ко мне в кабинет. Ну ладно, пошли.